Всего число выздоровевших от коронавируса в Кыргызстане уже более 18 тысяч человек. Только за минувшие сутки с выздоровлением из стационаров были выписаны 1247 пациентов. Как следствие, в больницах и стационарах появляется все больше свободных мест. Подробнее о положительной динамике выздоровления в репортаже Кундуз Кадатаевой. Благодаря медикам нашей героини Хамбат уже намного лучше. И на сегодня уже в числе тех, кто победил коронавирус. Последняя томография легких показала хороший результат. И это стало главной причиной радости нашей героини. Я попала сюда с температурой 38,5, но сегодня все иначе. Спасибо большое медикам за их труд и отвагу. Никому не желаю столкнуться с этой болезнью. Пусть все будут живы и здоровы. Раньше не то, что говорить, а даже толком дышать не могла. Лечение, уколы и капельницы вновь поставили меня на ноги. Такие выздоровевшие граждане есть и в первой городской поликлинике. Сегодня стены этой лечебницы покидают 30 пациентов. В дальнейшем они будут под контролем семейных врачей. Все они здесь получали лечение на бесплатной основе. Я лечилась 10 дней, попала сюда в тяжелом состоянии. Дышать было очень тяжело. Врачи поставили меня на ноги. Спасибо врачам гематологии. Здесь я увидела, насколько им нелегко приходится. Они не могут никуда выйти, не видятся с родными и близкими. Но они, невзирая ни на что, лечат своих пациентов. Низкий вам поклон. В первой городской клинической больнице сегодня свободны 600 коек мест. Это свидетельство тому, что с каждым днем все больше выздоровевших. Всего в этой лечебнице от коронавируса выздоровели 880 пациентов. Если раньше у нас не было мест, ни одного места, сейчас уже у нас свободных мест есть. В любое время можем, если вначале мы выписывали 3-4 человека, сейчас каждый день выписываем по 20-30 человек, а поступающих меньше, да, 10 человек. Почему? Потому что люди начали обращаться своевременно. Отметим, что количество выздоровевших уже второй день превалирует над числом заболевших. Таким образом, с каждым днем растет число выздоровевших пациентов. Всего за минувшие сутки из стационаров с выздоровлением были выписаны 1247 пациентов. Больше всего оправившихся граждан по городу Бишкек – порядка 500 человек. Кундуз Кадатаева, Бизат Машрапов, ЛТР, Бишкек.